Вопрос о восстановлении сгоревшей общественной бани на улице Севастопольская жители Березовой рощи поднимали еще летом прошлого года. После встречи с горожанами губернатор распорядился во что бы то ни стало найти решение данному вопросу. И вот в конце января случился прогресс. В указанном районе проживает достаточно большое количество населения, в том числе малообеспеченных, малоимущих и пенсионеров. И в целях поддержки и защиты интересов населения мы как раз на комиссии по чрезвычайным ситуациям выделяем денежные средства для восстановления данного объекта. Понятно, что полностью финансировать работы администрация города не будет, ведь общественная баня на Севастопольской находится в частной собственности. Но учитывая, что самостоятельно быстро завершить ремонт хозяева явно не смогут, вспомогательные средства будут выделены из резервного фонда администрации города, но с определенным условием. Услуги бани должны быть доступны жителям этого района на протяжении следующих 30 лет. Наталья Васильева, Виталий Немов. Новости Димитровграда.